Команда из Череповца смогла дважды поразить ворота соперника, а в свои получила лишь одну шайбу. На голы Александра Жабреева и Данила Вовченко хозяева ответили точным броском престижа в исполнении Амира Гараева. В результате схватки победа стала для череповецкой «Северстали» второй подряд, а сочинцы проиграли четвертую игру к ряду. Следующий матч подопечные Андрея Назарова проведут на выезде. 18 ноября в Минске они сыграют с местным «Динамо».